Хотел сказать по поводу вчерашнего заседания суда, который, как всем известно, меня направил на принудительное лечение в психиатрической больнице. Знаете, единственное, что сумасшедшее, наверное, в моей жизни, то, что я иногда смотрю Спанч Боба. Вот это максимум самый, все, не более того. Прокурор сказала такую вещь, которая меня просто покоробила. Неважно, хотел он или не хотел, ну, скорее всего, там не хотел никого оскорбить, это не важно. Он уже по автомату, автоматически он уже виновен. В законе написано то, что в законе написано по умыслу. То есть привлекается к ответственности по умыслу. Умысла никто доказать не может и не мог. Вот поскольку умысла доказать никто не мог, то отправили меня, Следственный комитет отправил вот именно к психиатру. То есть чтобы просто сделать вот таким психом и невменяемым. Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации, Владимиру Владимировичу Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, поверьте, вы, конечно, не знаете там всех материалов дела. Поверьте, я люблю свою страну. Я уважаю все религии, все конфессии, любое мировоззрение совершенно. И то, что сейчас делается здесь, это, по сути, я бы назвал словом «беспредел». Беспредел почему? Потому что дело на Урале по этой статье, оно единственное. Всем хочется отчитаться, всем хочется за него, что дело вот сделали, закрыли. Все, справедливость вроде как восторжествовала. И я вас очень прошу, если возможно, если это как-то до вас, до вашей администрации там дойдет, примите какие-то меры, ну, вникните в ситуацию, помогите мне, пожалуйста, потому что больше мне некому обращаться, только к вам, как гаранту Конституции Российской Федерации. Ну, одно, что меня на костре не сожалеет, то спасибо.